Всем привет! Сегодня хочу показать, наверное, самый простой бутылкорез, который можно только придумать из подручных материалов. По сути, он делается из той же бутылки, которую мы будем резать на ленты. Нам понадобится пробочка от этой бутылочки. Вот я уже ее сделал так, как нужно. Сейчас покажу, что я здесь модернизировал. Итак, вот она вот таким образом. Вот она. Сейчас я просто ее разогнул. Вот, я сделал два надреза. Друг напротив друга. Здесь и здесь. Вот. Ножом сделал надрезы. Далее я ее сгибаю. Она не переломится, не бойтесь. Сгибаю и ножом делаю надрез параллельный, вот прямо посередине, параллельно вот этому изгибу. То есть вот так. Нож должен выйти с другого конца. Вот. Нож можно любой, я взял канцелярский, просто нужен, главное, чтобы был нож острый. Это главное условие. То есть можно какой-нибудь перочинный там в походных условиях, да, в лесу, если какое-то лезвие. А вот видите, он у меня немножко широковат. В идеале лучше, чтобы он вышел насквозь. Ну, полностью весь. Удобнее просто будет потом резать. Ну, можно и так приноровиться, приловчиться. Итак, максимально его туда втыкаем. Все. Далее переворачиваем. И необходимо развести вот эти две половинки. Примерно, чтобы была вот эта щель 4-5 мм между ними. Разводим. Вот он, показался у нас нож. С этой стороны у нас лезвие острое. Ну, достаточно. Все. Больше и не развести бот. Ну, дальше берем бутылку. Все просто. И вот лезвием необходимо поддеть сначала. Видите, начать главное. Вот почему оно должно быть острое. Оп. Все. И видите, она вышла у меня. Вот она. И начинаем аккуратно тянуть. Нож прижимаем вот к бутылке. Здесь главное приноровиться. Вот видите, немножко туповатый нож. Должен быть острый. Ну и все, тянем. Вот она пошла у нас. Пошла лента. Нужно приноровиться, она быстро пойдет. Все. Такой лентой можно что-то подвязывать там. Она очень крепкая, прочная. Некоторые умельцы даже в лесу, если выживальщики, они еще и рыбу ловит на нее, вместо лески используют. Вот. Вот такой простейший способ, смотрите, нарезать. Она идет более-менее ровная. Вот такая лента получается из обычного ножа и пробки от этой же бутылки. Если вам понравилась идея, поставьте лайк, подпишитесь на канал, еще будет много всего интересного. Всем пока, удачи!